Заглянула в Икею. Уже готовится Икея к Новому году. Гномики ждут свои домики. Ну вот, много предновогодних товаров. Лично я поход в Икею всегда начинаю с места, где все продается со скидками. Ну, вдруг тут что-то интересное найдется. Какой-то фонарик симпатичный. Но мне не надо. Вообще я пришла подсмотреть какие-нибудь дизайнерские решения, потому что к продукции в Икее все относятся, конечно, по-разному. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Но подсмотреть что-то можно, потому что дизайнеры, конечно, в Икее, но точно хорошие.
вот симпатичный вариант с оформлением стены с помощью постеров. Искусство впихнуть то, что в принципе кажется, что невозможно впихнуть в такое маленькое пространство. А нет, возможно. И рабочий стол, идти поспать, и где хранить, и даже шкаф, и даже куча-куча полок. Прикольно. Ну, а вот такой шкафчик-витрина, это мне надо. Цена 3790 чешских крон. Ну, это 120, наверное, евро. А вот этот шкаф даже лучше, но и дороже. Он стоит почти 7000 крон. А вот так симпатичненько можно разместить свои зеленые растения. Есть тут и подсветка. Стоит 9000. Вот отсвечивает и не фокусируется. 9000 крон. Симпатично. Тоже такое.
хороший рабочий уголок. Пятнадцатиметровая кухня. Тоже неплохой вариант, чтобы сэкономить пространство. Это вариант уже, где экономить пространство нет необходимости. Вот эти столики на колесах очень удобные. Я когда-то купила себе черный с большой скидкой. Теперь жалею, что не купила два. Сейчас они стоят, ну, почти 50 евро. Вот как раз такой столик стоит. Черная кухня – это мучение для хозяйки. Не представляю, как ее поддерживать все время в таком хорошем состоянии. Наверное, надо каждый день ее мыть. Это какая-то студенческая комната. Две кровати у стены. Кусок поролона стал подушкой. Бедные крысы. Кто-то их так немилосердно подвесил. А постеры в Икее замечательные. Цены, правда, на них достаточно высокие. Прелестный. Можно на кухне такой повесить. Или такой. Я, кстати, недавно купила на барахолке две картины тоже с такой с растительной тематикой, уже их повесила на кухне. Очень симпатично получается.
А вот замечательные тоже постеры. У меня была идея найти школьные плакаты. Помните, у нас были такие на биологии, зоологии, тоже с животными, растениями. Использовать их для оформления. Но оказалось, что не я единственная охочусь за такими плакатами, и стоят они тоже сейчас уже недешево.